Российский дрифт альянс и телеканал A1 представляют 8 и 9 июня Тольятти. Первый этап всероссийского турнира по дрифтингу. Турнир соберет сильнейших дрифтеров, и специальными гостями на нем будут лучшие представители Уральской дрифт-лиги. В первый день соревнования пройдут традиционно с квалификацией, парадом и парными заездами топ-16. А во второй день тура зрители ожидает дрифт-шоу. Организаторы построят уникальную трассу с полосой препятствий, которую необходимо будет преодолеть. На мероприятии выступит Птаха. Но это еще не все. Внимание! Мы объявляем суперконкурс «Разгонка». Ты живешь в Самарской области, увлекаешься хип-хопом и готов доказать, что ты мастер рифмы, классный бибой, фристайлер или диджей. Ты знаешь, что хорош в паркуре, битбоксинге, агрессивном катании, граффити или любом другом зрелищном направлении хип-хоп-культуры. Тогда этот проект именно для тебя. Запиши, выложи в альбом «Разгонка» в нашей группе ВКонтакте видео, которое доказывает, что именно ты лучший в своем направлении. Жюри из представителей A1 и Russian Drift Alliance выберет финалистов, а в качестве награды Russian Drift Alliance возьмет победителя в тур по городам RDA Challenge Tour на контрактной основе. А это Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. Кроме того, лучший участник конкурса появится на телеканале A1, и о нем узнает вся страна. Конкурс продлится до 26 мая. Все подробности ищи на портале a1hiphop.ru.